Привет всем, кто смотрит мой канал. Приехал на очередной коп. Вот. Такое место непонятное пока. Вот здесь. Сейчас это будет берег, это будет пляжный коп. Вот здесь. Не знаю, сегодня ветер очень сильный. И дует. Не знаю, будет слышно нормально или нет. Со звуком будет все или нет. Вот. Так что... Все, что будем находить, будем сегодня показывать. Вот. Не переключайтесь. Ну что, зашли мы на пляж. Вот, прилив страшнейший. Посмотрим, найдем ли мы что-то сегодня. Вот. Есть версия такая, что здесь во времена войны военные купались. Может, я ошибаюсь, но по истории слышал такое. Так что сейчас будем искать. Будем рыть, будут сигналы, будем показывать. Не переключайтесь. Ну что, только зашли. И первый сигнал вырыли. Ходячечку нашу, украинскую. Вот. Такая вот простая. 10 копеечек. Будем рыть дальше. Успели отойти в этой же ямке. Ну на солнце. Не-не, ближе. О, 25 копеечек. Так что роем дальше. Какой-то ходячек. В той же ямке практически. Вот еще 50 копеек. Вот, роем дальше. Ну, друзья, сигнал за сигналом. Столько копеек уже нарыли, только начали. Вот. Ну опять вот. Такое впечатление, что здесь была большая россыпь монет наших, украинских. В основном попадаются 90-х годов монеты. Вот. Опять десяточка. Потом покажем, сколько мы ходячки нарыли. Вот. Планировали интересных вещей понарывать, а нарываем опять ходячку. Уже какой день подряд. Ну ничего, роем дальше. Ну опять сигнал. Опа, опять. Видите? Так я же говорю, россыпь ходячки нашей. Куча. А прошли мы маленький квадратик, уже столько монет собрали. Ладно, роем дальше. Друзья, еще такого копа не было. Столько ходячки, я же говорю, как будто здесь просто взяли машиной, вывезли, высыпали. Ну, машиной я преувеличил. Ну, как будто взяли, высыпали с карманов прям жменьками. О, смотрите. Я не знаю, мы не успеваем... Не успеваем этот копать, серьезно. И все 92-й год, 93-й, 95-й. Я же говорю, как будто в свое время какой-то этот чудак взял с карманов и высыпал. Роем дальше. Ребята, находка серьезная. Крестик. Вот это да. Вот это мы дали. Такого еще не было. Правда, какой-то медный, наверное. Медный? Ну, не из драгметаллов. Ай-яй-яй. Вот это мы дали. Отлично. Идем дальше. Давай. Опять куча сигналов. Думали найдем эту цепочку от крестика. Ну, потом... Вроде бы отошли, ничего нету. Вот, за крестик чуть-чуть попозже в обзоре расскажем. Может быть, он серебряный, может там какие-то клеймы из той монеты. Опа! Вот опять ходячка. Может быть,
Может быть, он оказался серебряным. Там посмотрим эти клейма, может, какие-то есть. Седьмого. Вот, и потом покажем. Так что смотрите дальше, до конца будет интересно. О, я еще точно не видел. 10 копеек согнутый напополам. Вот, непонятно по какой причине. Кто-то счмякал их, наверное. Там еще какие-то надписи нацарапали на ней. Что-то непонятное, короче. Ну, смотрите дальше. Очередной сигнальчик, и тут мы выкопали советы. Советскую монеточку, 1 копейка. Какой год, мы, конечно, не видим. И чистить у нас нечем, но почистим. Может, потом почистим и покажем. Вот, извиняюсь за ветер, за шум этот, потому что тут реально сильный шторм. Вот, роем дальше. Так, еще один сигнал. И еще 1 копейка. Похоже на советы опять. Просто там такой нарост на ней. Попробуем почистить и потом покажем. Смотрите дальше. Ну, очень странный пляж на самом деле. Вообще. Одна часть пляжа советы, вторая часть пляжа наши, ходячие, украинские. Очередной сигнал, очередной совет, копеечка. Но, к сожалению, мы не покажем ни год, ничего. Но это копеечка. Вот. Я скажу, коп сегодня просто бомба. Наконец-то попадается разнообразие, не только ходячка. Вот. И на самом деле это просто удовольствие. Это, ну, классно вырыть что-то интересное. Хоть оно и не стоит этих денег, это копейка, но просто интересно найти что-то старое. Так что смотрите дальше, не переключайтесь. Друзья, уже темнеет, жалко. Такой коп идет, вообще не передать. А мы перерыли всего лишь маленькую часть пляжика. Давай. Вот. Аж жалко, я серьезно говорю. Куча ходячки, куча всякой всячины попадается. Вот, жалко уходить, реально. А завтра уже просто на работу. Вот, завтра уже на работу. Опять вот. Вот здесь опять совет, скорее всего. Вот, серьезно, эта часть пляжика, идут советы. Советская. Да, опять 1 копеечка. Серьезно. Куча советов и куча наших ходячих. Вот, я бы, конечно, если бы раньше знал за этот пляжик, я бы походил сюда. Вот, сигнал на сигнале. Кстати, не так много крышек попадается, в основном копейки. Я давно не был на таком пляже. Вот. Так что роем дальше, пока не потемнеет совсем. Опять сигналы. Солнце даже для нас опять всходит, чтобы мы успели еще походить. Да мы только успеваем копейки вытаскивать, серьезно вам говорю. Это самый для меня первый интересный такой коп, где реально мы роем не крышки, а монеты и иногда крышки. Опять. Ну, ходячка. Но все 90-х годов, смотрите. 25 копеек. Да, уходить вообще не хочется. Опять перешли уже чуть дальше. Вот опять советы пошли уже покрупней. 3 копейки. Вообще, коп сегодня просто на славу. Так что идем дальше. Не переключайте канал. В конце, не забудьте, что в конце обзор будет того, что сегодня нарыли. Ребят, не поверите, уже домой уходить. Сейчас покажу, сейчас фонарик включаю. Вау, руки труситься начали. Золотишко первое. Первое золотишко, сколько я копаю. И походу серебришка рядышком. Вау.
Я не знаю, я просто в шоке. Вот здесь перерыли. Не знаю, видно, не видно. Ну, ниже опусти. Перерыли здесь. Смотрим, блеснуло. Вау, такая реакция. Ты что? Это вообще, это слава богу. Будем дальше рыть и показывать, что нарыли. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Хорошо, друзья, как и обещал, показываю вам то, что я сегодня нарыл. Коп, конечно, был неимоверный. Я просто не знаю, я в таком никогда еще не бывал. Вот, нарыл очень много интересных вещей. Вот, не знаю, тут гривен 10 ходячки, может даже больше. Здесь советы, в основном по копейке. И вот 3 копеечки. 88 год. Даже 1 рубль вырыл ходячий, который сейчас российский, правда убитый. Вот, и в основном копейки советские. Вот, какой-то ножик вырыл, ножичек, не знаю, был складной когда-то, начал смывать, было клеймо, но стер нечаянно, даже не знаю, что за клеймо там сейчас было. Вот, грузочки для удочек, закидушек. Один такой интересный в форме рыбки. Вот, это свинцовая. Вот, какую-то накладку, не знаю, с узорчиком. Вот, видите? Вот, ну это все такое, да? Такое простенькое, как говорится. Вот. Медная какая-то тоже планочка, но самое интересное вот здесь. Да, это мое первое золото и первое серебро. 2 крестика оказались серебряных с клеймами, 925-я проба. И один крестик золотой, проба стоит, 585-я, СССР, там серп и молот в звезде. Вот, к сожалению, весов у меня нет, чтобы взвесить. Но, ребята, скажу, я в большом удивлении. Настолько, ну, настолько приятно было золото находить, что просто не передать. Вот, сзади написано «Спаси и сохрани». Да. И, кстати, сам крестик золотой, а вот сам распятый Иисус, он, если не ошибаюсь, наверное, с белого золота. Был бы серебряный, он бы помутнил. Вот, может, на видео не видно, но на самом деле он белый, белющий. И, видимо, пролежало долго на пляже. Это мы нашли на пляже, когда начало берег обмывать. Мы копнули, и там вот был этот крестик. Вот, это 2 серебряных. Это, я думаю, современный. Почистить еще не почистил. Вот, а это явно старый, очень довольно старый. Даже проба какая-то не такая, как на всех, как вот сейчас на современных крестиках. Ну, вообще, как на современном серебре. Вот. Так что, ребята, очень классные находки. Вот. Буду дальше пробовать. Хочу на выходные опять на тот пляж поехать. Потому что, скажу вам, уже было темно, сигналы не прекращались. Вот, так что дальше попробуем и буду показывать вам свои находки в дальнейшем. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди будет много чего интересного. Пока!